Владимиру Путину представили Севастополь как площадку для внедрения инновационных проектов. Дмитрий Песков, специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития, рассказал главе государства о результатах интенсива «Архипелаг-2022», который прошел в нашем городе с 5 по 17 июля. Мы в этом году сделали еще одну новацию. Мы топ-100 проектов собрали в таком очень красивом, мирном морском городе в Севастополе. Значит, и 2000 человек в течение 10 дней с региональными командами со всей страны, 78 вузов, 85 регионов, правительства региональные, вот это все качали. И зачем это нужно? Мы поняли, что очень многие идеи, они как бы подавались в расчете на то, чтобы там выступить сегодня, но на самом деле им нужны были партнеры, им нужны были заказчики, и мы как бы за них там же эту задачу решили. Дискуссия об инновациях и технологическом суверенитете прошла в рамках форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Дмитрий Песков, спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития, привел наглядный пример сотрудничества в рамках работы «Архипелага-2022». Даже сделали с губернатором, с Михаилом Владимировичем Розажаевым такую новацию. Он стратегию нового Севастополя вынес на это обсуждение. То есть не только с жителями, с экспертами, а вот со всей сетью. И наши лидеры идей, прямо очень многие идеи, прямо в стратегию города поставили. То есть он их как бы принял, да, в хорошем смысле купил. И в итоге и проекты стали зрелые, и многие, собственно говоря, уже свою задачу выполнили. Именно этот механизм, который мы здесь пытаемся построить, такой горизонтальной помощи.